Привет, я Юлия Быкова, и этим видео я хочу дать отзыв о прохождении мною двухмесячного курса Динары Назыровой, который называется «Начни зарабатывать на творчестве». Сразу скажу, у меня никакого нет специального творческого образования, но у меня есть огромное желание заниматься своим любимым делом, своим хобби. В данный момент это фолк-флористик. И, конечно же, информация, которая позволяет увидеть тебе твое любимое дело в новом свете, что оно может еще и приносить доход, на нем можно зарабатывать. Конечно, эта информация для меня оказалась очень полезной. С первого урока меня очень подкупила структурированность информации. Все четко по полочкам разложено, последовательно, что очень удобно. Также большое количество примеров практических, которые приводились на курсе, они такому новичку, как я, конечно, очень упрощают усвоение знаний. Самым, пожалуй, интересным и сложным уроком для меня оказался урок по созданию, по формированию своего собственного фирменного наименования, логотипа и бренда. Этот урок заставил меня отказаться от придуманного до этого названия, так как я увидела его неэффективность, неинформативность. За время прохождения курса я оформила фотозону для детского дня рождения и свадьбу в стиле Прованс. Огромное спасибо Динаре за обратную связь, за те практические советы, которые она мне дала для подготовки этих мероприятий. И еще хочу сказать, что очень здорово, что у нас есть своеобразная группа поддержки на Facebook, которая создана также в рамках данного курса. Эта группа позволяет нам, девочкам, делиться тем своим практическим опытом, первыми шагами, которые мы делаем в рамках данного курса, и, конечно же, имеем обратную связь от Динары. Такие первые шаги, они твоих участниц этого же курса помогают увидеть, что все возможно, что нужно только делать. Ну вот и все. Пока-пока!